Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Сегодня у меня вторник, и я начинаю свой новый влог. Хочу начать его с такого вот красивого сюжета и покажу вам свой новый процесс. Вот так выглядит изделие, которое я сейчас вяжу. И это, друзья, манишка. Манишка по описанию Petite Knit. Манишка на молнии. Немного необычный аксессуар. Я надеюсь, что он приживется в моем гардеробе. Кстати, это изделие я вяжу в рамках вязальной игры, которая называется «Вязание на выживание». Уже в субботу выйдет видео, посвященное этому конкретно процессу. Там я расскажу всю историю его создания. В этом же влоге, скорее всего, просто вот мелькну тем, что я его начала вязать. Кстати, начала я его вязать вчера, и вы можете посмотреть, сколько у меня уже отвязано. Здесь двойная горловина. Вот, и уже отвязан погон. В этом влоге я буду просто немножко мелькать этим процессом. Наверное, уже дальше покажу вам готовую работу. Кстати, вяжу я эту манишку из 100% шерсти от Drops. Называется пряжа «Каризма». Она довольно бюджетненькая. На 50 грамм здесь 100 метров. И я хочу обратить ваше внимание конкретно на этот оттенок. Номер 56. Темный, красивый, коричневый, такой шоколадный. Мне очень нравятся пряжи конкретно в этом оттенке и еще в светло-коричневом, таком более бежевом, кажется, оттенок 55. Эти артикулы в палитре «Каризмы» очень толстенькие, их комфортно вязать на спицах 4,5-5, вот полотно идеальное. Вот вы можете посмотреть, здесь лицевую гладь я вяжу на спицах номер 4,5, и оно еще до ВТО, это полотно, поэтому... Ну, может быть, не совсем идеальное, но после стирки оно станет очень ровным и невероятно пушистым. Вот. И да, друзья, я не могу сказать, что палитра «Каризмы» может похвастаться всеми такими оттенками. Нет, вот я много с какими цветами работала, и больше всего мне нравятся именно коричневые оттенки. Они максимально толстенькие, такие пухленькие и приятные в вязании, и цвета у них просто замечательные. Вот. Кстати, это пряжа, которая у меня осталась от моей лапопейсы, которая тайга света. Вот. Так что, да, вяжу этот процесс. На самом деле, на этой неделе у меня еще огромное количество вязания предусматривается. Надеюсь, у меня получится начать и закончить еще несколько изделий. Ко мне должна приехать пряжа на свитер, который я буду вязать в рамках теста. Плюс мне нужно переделать кардиган, который я вам показывала в прошлом влоге. Кстати, сегодня этот влог вышел на моем канале. Я обязательно оставлю вам ссылочку. Если вы не видели это видео, можете перейти и посмотреть. И еще, друзья, мне нужно связать варежки в рамках теста из твида. Поэтому чуть дальше в видео я все это буду вам показывать и рассказывать. Впереди вас ждет много всего интересного. Я же сейчас иду пить кофеек и наслаждаться вязанием манишки. Вот, с вами не прощаюсь, увидимся по ходу этого видео. Хочу немножко с вами поболтать и показать, чем я здесь развлекаюсь. В общем, кто узнал эту пряжу, пишите в комментариях. В общем, как вы понимаете, это пряжа, из которой я вязала лапопейсу с оленями. Это, напомню, лапопейса по книге Линки Нойман. Нурь-колод, северный колод, и я ее распустила. Распустила, потому что каждый раз, когда я планировала взяться за вязание этого свитера, меня очень сильно напрягала кучерявая пряжа. Если вдруг вы не смотрели мои предыдущие влоги, то для вас хочу напомнить, что я начинала, наверное, в конце сентября, может быть, в начале октября вязать этот свитер, связала кокетку. Но немножко не получилось мне ее посадить как следует. Меня расстроила вот эта белая пряжа. Она оказалась очень тонкой для спиц номер 4 и 4,5. В общем, наверное, на троечке ее нужно было вязать. Кокетка получилась слишком большого размера, плюс очень сильно пружинила. Я это все дело распустила. Пряжа получилась кучерявая. Я решила к ней добавить две нити бобинного джелонга. Сделать вот такую вот смесовочку для того, чтобы нить немного утолщить. И начала вязать. Но поскольку основная нить у меня была распущена, она была такой кучерявой, вязание было очень-очень некомфортным. И каждый раз, когда я бралась за этот проект, меня хватало максимум на пару петелек, и потом желание вязать пропадало. Поэтому я взяла себя в руки, распустила все, что у меня было навязано, смотала пряжу в пасмы, постирала ее, и вот она у меня уже высохла. Как вы видите, ниточки очень ровненькие стали. Сегодня я буду эту пряжу опять перематывать в пирожки и снова буду браться за вязание этой лапопейсы. Так что вот такие у меня развлечения сегодня.
Единственное, не знаю, как быть с вот этой пасмой, поскольку здесь у меня идет смотка коризмы и бобинной пряжи. Посмотрим, насколько удобно мне будет ее перемотать без всяких провисов в нормальную такую, как сказать, кейк, да, пирожочек такой, в общем, для того, чтобы вязать. Так что да, что у меня получается, конечно же, вам покажу чуть дальше. Ну что, друзья, буквально пара минут, и все пасмы превратились вот в такие вот пирожочки. Кстати, большую часть моточков я смогла смотать на пластиковой моталке. Ну, вот эти вот все, кроме последней пасмы, которая большая. Дело в том, что моя пластиковая моталка с ней не справилась, и мне пришлось достать, в общем, большую эту железную моталку, которая справляется с любой пряжей, и вот такой красивый плотненький моточек у меня получился. Кстати, здесь не было провисов, и я спокойненько смотала эту пасму. Вот, так что такая красота у меня получилась. Сейчас отправлю эту пряжу в корзинку, и теперь с большим удовольствием возьмусь за вязание северного околота, лапопейсы с оленями, и, конечно же, буду держать вас в курсе своих успехов. Всем привет, друзья! Сегодня у меня среда, и я решила записать небольшой сюжет для влога. Хочу показать вам процесс, над которым я сейчас работаю. Это манишка по описанию Petit Knit, манишка на молнии. Вчера я очень хорошо поработала, я связала переднюю полочку и спинку. Также я полностью обработала периметр манишки полым шнуром Айкорд и закрыла таким же точно способом петли. Мне осталось связать только две небольшие детали. Вот здесь по внутренней стороне, и вшить молнию. Кстати, манишку я отпаривала, поскольку мне хотелось ее примерить и посмотреть, нормального ли она размера. Вся проблема была в том, что полотно вот так вот закручивалось, оно было какое-то непонятное, и оценить реальный размер манишки было невозможно. Поэтому я слегка прошлась паром, для того, чтобы и хорошо вам это все показать, и чтобы можно было примерить. В принципе, мне очень нравится, что получается. Единственное, меня немного смущает горловина. Она очень-очень плотная на данный момент, но ее я не отпаривала. Поэтому, возможно, после стирки полотно немножко разойдется, станет более пластичным, и горловина тоже будет не такой тугой, поскольку сейчас она прям, знаете, так плотно-плотно облегает шею. И это при том, что у меня не слишком большая шея, и манишку я вязала на самый большой размер. В принципе, в описании там только два размера, один и второй. Так я выписала именно второй размер. Значит, сегодня у меня по плану закончить это изделие, вшить молнию. Я попробую вшить молнию до стирки, то есть я просто отпарю вот эти детали, которые свяжу, и попробую все это дело красиво, аккуратно вшить. Если у меня получится, то просто замечательно, я тогда с радостью распрощаюсь с этим проектом и уже во влоге буду показывать вам другие свои проекты, поскольку на данный момент я все свои дела отложила и занимаюсь только манишкой. Дело в том, что ролик по этому изделию должен выйти в субботу, а мне по плану нужно сегодня связать, завтра отфотографировать, в пятницу смонтировать влог, чтобы в субботу он был на канале. Вот, друзья, поэтому у меня такой плотный график и хочу ему следовать. Вот, так что все, показала вам, чем я занимаюсь. Я не пропадаю, у меня еще в планах много вязания, и в этом видео я, конечно же, покажу вам много других новеньких процессов. Так что не переключайтесь. Всем привет, друзья! Ну что, вы только посмотрите, какая огромная коробка ко мне сегодня приехала. Как вы понимаете, здесь находятся новенькие моточки, которые я заказывала для своих будущих проектов. И сейчас предлагаю вам вместе со мной распаковать эти богатства. Посмотрим на моточки поближе и, конечно же, я расскажу вам о своих ближайших вязальных планах. Немного вам приоткрою завесу на свои будущие проекты. Так что давайте сейчас перейдем за стол и вместе распакуем. Ну что, друзья, давайте займемся распаковкой этой огромной коробки. Посмотрите только, как плотно она набита. Мне кажется, что она прям лопнет, ее с трудом закрыли. Я уже вооружилась ножницами для распаковки, и давайте начнем. Та-дам! Вот, друзья, только посмотрите, какие яркие краски у меня здесь посылочки. Сейчас я вам все расскажу и покажу все детальней. Здесь на самом деле очень много пряжи, она вся для разных проектов. И давайте начнем по порядку, вот как все лежит. Значит, здесь есть несколько ярких желтых моточков пряжи Непал от бренда Drops.
Напомню, что пряжа эта является смесовкой. Здесь 65% овечьей шерсти и 35% шерсти альпака. Так, вот наш фокус, и на 50 грамм здесь 75 метров. Для вязания этой пряжи рекомендуют использовать спицы номер 5. Но, скажем так, возможно, плечевые изделия на спицах номер 5 вязать отличный вариант, но для аксессуаров, наверное, спицы 3,5 для резинки и где-то 4, максимум, наверное, 4,5, если вы вяжете жаккард, а то шапка будет продуваться. И, как вы понимаете, у меня всего 4 моточка пряжи в таком вот красивом цвете. Кстати, я не сказала вам оттенок, это номер 29-23. И эту пряжу я купила для того, чтобы связать Оливии шапку на зиму. Дело в том, что в этом году у нее, по-моему, синяя, желтый комбинезон или черно-желтый. Я вот что-то подзабыла. Купила ей комбинезон и забыла, представляете, какого он цвета. Точно помню, что там было что-то желтое, поэтому купила вот желтый непал и буду вязать ей шапку. Взяла 4 мотка, чтобы шапочка получилась теплой, двойной. Так что, да, вот такие вот красоты у нас тут. И раз мы начали с темы детских шапок, то давайте покажу вам еще пару моточков, которые тоже пойдут на шапку для Оливки. И это, опять же, непал от бренда Drop с таком красивым ярко-розовым оттенком, абсолютно не свойственным для меня. Значит, это оттенок 37-20. Так, сейчас постараюсь вам показать поближе. Вот, по составу, напомню, это все такая же смесовка, 65% овечьей шерсти и 35% шерсти альпака. Так, у нас за окном вылезло солнце абсолютно не вовремя, и фокус постоянно куда-то убегает. Вот, надеюсь, сейчас вам видно. 65% шерсти, 35% шерсти альпака, на 50 грамм 75 метров. Очень красивый такой розовый цвет. И, как вы поняли, это будет еще одна шапка. У меня, опять же, 4 моточка. Вот, теплая зимняя шапка, скорее всего, двойная. Вот, с каким-нибудь помпошиком. Вот, дело в том, что у Оливии есть такой водонепроницаемый зимний комбинезон на флисе. И еще курточки со штанами на случай мокрой погоды. И вот эти курточки все в розовом оттенке, поэтому я решила связать ей розовую шапку. Ну, для того, чтобы поддержать, как бы, комплект. Кроме этого, у меня здесь еще есть 4 моточка пряжи Lima от бренда Drops. Кстати, Lima и Непал, они абсолютно идентичны по составу, но они отличаются толщиной. Непал чуть толще, здесь 75 метров на 50 грамм, а в Lima 100 метров на 50 грамм. И, конечно же, я заказала не синий цвет, как вы понимаете, это петрольный. Когда-то я вязала лопопейс, у меня, кстати, на канале есть небольшое видеообъяснение, как я вязала, со всеми расчетами, со схемами. Это был Сетес Дальсвета, и я вязала его из петрольного цвета и серого. Очень красивое сочетание цветов, оно мне понравилось, и я хочу связать лопопейсу для себя в этих же оттенках, но пряжи у меня не слишком много, поэтому вот я дозаказала 4 моточка петрольного и 2 моточка серого. Так, ну, конечно же, показать петрольный цвет на камеру – это миссия невыполнима. Вот поэтому я надеюсь, что я вставлю вам какую-нибудь фотографию, вы сможете посмотреть. О составе и метраже я вам уже сказала, спицы рекомендуют номер 4. В принципе, Лиму я обычно вяжу именно на четверке, иногда беру 4,5 для жаккарда, но не всегда. Скажем так, Лима, так же как и Каризма, так же как и Непал от Drops, они тоже отличаются от оттенка к оттенку по толщине нити. И петрольный, и серый, они не отличаются особой, скажем так, пухлостью ниточки, поэтому четверка это то, что нужно для этих оттенков. Значит, у меня здесь 4 моточка петрольного цвета. Если вдруг я не сказала, это номер 0701. Вот так вот выглядит номер цвета. Я же говорю, фокус сегодня нас покинул. Так, и серый. Серого, как я уже сказала, всего 2 моточка. Они такие бедные, примятые после этой коробки. Очень красивый серый цвет, такой жемчужный серый. Номер это 9020. Вот. И, как я сказала, у меня 2 моточка для того, чтобы просто пополнить свои запасы. Вот. Потому что буду вязать лапопейсу. И основная пряжа, которую я заказывала в этой посылке, это, опять же, Непал от Drops в очень красивом коричневом цвете. Вы только посмотрите на этот потрясающий оттенок. Это, по-моему, бежевый цвет, если я не ошибаюсь, или цвет Camel. Вот я не помню точно его название, потому что я выбирала между этими двумя оттенками, и, честно говоря, я не помню, на каком я остановилась. Но номер у цвета 0612.
Вот так выглядит пряжа. Сейчас очень хорошо передается оттенок. У меня здесь довольно много этих моточков, и именно из этой пряжи я буду вязать свитер в рамках тестирования описания от Азетты. Классный свитер, теплый, зимний, в технике спущенного японского плеча. Да, уже представляю, как я буду зимой в нем ходить. В общем, хочу такой, знаете, простой базовый свитер, который можно просто одевать вместе с джинсами, и тебе тепло, комфортно, уютненько. Вот, так что будет свитер и из таких вот красавчиков. Вот, друзья, собственно говоря, это и вся пряжа, которая ко мне приехала. Как вы видите, огромная коробка, и здесь много-много ярких моточков. Больше всего коричневого Непала, но также есть пряжа и на другие проекты, которые в скором времени я буду реализовывать. Это будут детские шапки, яркие и красивые, также будет еще одна лапопейса. Наверное, детально сейчас на этом проекте конкретно я останавливаться не буду, я имею в виду вот эту лапопейсу, но когда я смогу за нее взяться, все детали вам, конечно же, расскажу. Вот. Так что, друзья, вот такие вот богатства ко мне приехали, и я уже буду браться за новенький проект. Вот этот. С большим предвкушением. Все. Иду рассматривать моточки и подключусь к вам немножко позже. В общем, друзья, сняла я распаковку. Посмотрела только что и понимаю, что совсем там беда с фокусом и с цветопередачей, поэтому хочу вот поближе вам показать моточки. Вот так выглядит Непал. Очень красивый цвет на самом деле. 0,6-12, напомню, коричневый. Также покажу вам желтенький моточек. Вот такой красивый, яркий желтый. Номер 29-13. Вот он. Также такой нежный розовый. Тридцать семь двадцать номер цвета. Знаете, он мне напоминает губную помаду какую-то. Такой, как карамелька. Вот. А также несколько моточков лимы в красивом светло-сером цвете. Вот сейчас оттенок хорошо передается. Номер 90-20. Так. И петрольный. Ну, петрольный, как всегда, в кадре выглядит ярко-синим. По факту он более зеленый, такой цвет морской волны. 0,7-0,1. Вот. Так что вот такие у меня богатства. Хочу немножко с вами поболтать и покажу вам изделие, которым я планирую сегодня заняться. Это кардиган. Он такой большой, что лежит здесь сложенный немного в кадре. Напомню, что вяжу я его из вот таких вот потрясающих моточков от Drops. Пряжа называется Andes. И это линейка микс оттенок 90-20, если я не ошибаюсь. Да, оттенок номер 90-20. Очень классная ниточка, мягкая, шелковистая, приятная. Здесь в составе 65% шерсти и 35% шерсти альпака. На 100 грамм 90 метров. Кстати, да, в моточке здесь 100 грамм. Вот. Классная пряжа. С большим удовольствием вяжу из нее кардиганчик. На спицах номер 10, кстати. И полотно, как вы видите, не очень-то и дырявое. То есть оно абсолютно нормальное. Вот. Резиночку я вязала на спицах номер 7. Но напомню, что кардиган у меня еще не отпарен и не постиран. Поэтому, возможно, какие-то петельки слишком рельефные. Вот, мне нужно немножко доработать это изделие, мне не хватает длины, но вязала я этот кардиган снизу вверх в технике реглана. Вот здесь по кокетке у меня реглан, и сейчас мне нужно будет распустить полностью реглан, извязать в тело примерно моточек пряжи, добавить по нескольку сантиметров на каждый рукав, и потом опять все это дело соединить, вывязать опять реглан и обработать кардиган планочкой. Я думаю, что когда изделие будет готово, я вам его покажу и постараюсь сделать фотографии. Вот, поскольку 15 октября в пятницу выходит описание на данное изделие, и мне хочется успеть в срок и выложить фотографии своего теста на Ravelry. Вот, так что да,
Рассказала вам о своих планах. В общем, буду сегодня работать с этими пухленькими моточками, как же они мне нравятся. И, конечно же, покажу вам результат чуть позже. Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Сегодня у меня уже четверг, и для начала я хочу показать вам уже полностью готовую манишку. Она постирана, высохла, я ее отпарила. И посмотрите, как классно выглядит сейчас полотно. Все петелечки ровные, очень пушистые. Изнанка тоже выглядит потрясающе, очень аккуратно, рядности нет. Я этим очень горжусь. Вот такой потрясающий результат у меня получился. Единственный момент, друзья, я отпарила горловину. То есть, когда я отпаривала полотно, я немножко прошлась по изнаночной части горловины. И вы видите, да, что полотно стало такое более мягкое и расслабленное. На самом деле, после высыхания горловина так опять очень плотно схватилась. И когда я примеряла, воротник меня немного душил. Но, наверное, это мои личные какие-то особенности, поскольку я не очень люблю, когда что-то очень близко к моей шее расположено. Поэтому я решила немного отпарить горловину. Конечно, я прям не растягивала резинку. Я просто слегка по внутренней стороне прошлась паром и тем самым сделала полотно более мягким и пластичным. Вот. Потому что только после стирки и высыхания резинка, так знаете, схлопнулась и прям очень плотненькая была и плотно облегала мою шею. Вот. На самом деле сегодня у меня был очень амбициозный план. Я напланировала себе сделать фотографии этой манишки, но муж сегодня взял выходной на работе и предложил мне поехать с ним в Швецию за покупками. Я, не раздумывая, согласилась, поскольку мы очень редко куда-то выбираемся вдвоем. Обычно с нами еще Оливия прицепом, но она сегодня в детском саду, поэтому мы, скорее всего, поедем вместе. Знаете, как в старые добрые времена, погуляем по магазину вдвоем, сможем рассмотреть те стеллажи, те продукты, которые интересны нам, а не нашему маленькому боссу. Вот, и, наверное, спокойненько сходим куда-нибудь в кафе, посидим и просто с удовольствием будем наслаждаться поездкой. Нам в сторону магазина в Швецию ехать где-то 96, ну, практически 100 километров в одну сторону. Так что, думаю, мы наболтаемся вдоволь и просто классно сегодня проведем время. Я, конечно же, для вас буду снимать, поскольку поездка нам предстоит через очень живописные места, мы поедем через горы, и там, скорее всего, уже будет снег, потому что за окном у нас сегодня не очень хорошая погодка, и по прогнозам, которые мы смотрели сегодня, ну, в специальной программе, нам обещают снежные бури, поэтому мы немножко так озадачены. Наверное, сейчас муж пойдет поменяет резину на машине, на зимнюю. Вот, вообще 14-15 октября в Норвегии официально нужно менять резину на зимнюю. Даже если нет снега, ты обязан ездить на зимней резине. Вот, поскольку в горах уже снег. Так что да, друзья, конечно же, я планирую взять с собой вязание, и сейчас я расскажу вам, что я буду вязать в дороге. Значит, друзья, давайте я поближе покажу вам проект, который я планирую взять с собой. Здесь у меня лежат моточки, которые я подготовила, а также описание. Кстати, это описание я тестирую, и автор этого описания Таня. Я вам уже об этой девушке рассказывала. Она живет в Ирландии, и у нее очень атмосферные работы, знаете, в таком вот скандинавском стиле. Кстати, Таня говорит на русском языке, поэтому если вы хотите у нее какие-то нюансы уточнить, можете писать ей в Инстаграм. Единственное, что все ее описания, они представлены на английском языке. Так вот, Таня сейчас выпускает описание на варежке, очень красивый, я пытаюсь вам показать сейчас это изделие, но, скорее всего, я просто вставлю на экран сейчас фотографию Таниных варежек, которые она связала. В общем, очень интересное изделие, и я хочу тоже для себя такое связать, поскольку мои варежки из Непала, они уж совсем подизносились, и вот я буду вязать такие вот рукавички. В качестве пряжи я рассматриваю, конечно же, во-первых, свой любимый вариант. Это 100% шерсть Drops Charisma. Опять же, показываю вам моточки в двух своих любимых оттенках, светло- и темно-коричневом. Из темно-коричневого я вязала манишку, вот она здесь. А в сочетании этих двух цветов я вязала одну из своих любимых лапопейс на сегодня. Это Тайга Света, опять же, по описанию Тани. И также, друзья, кроме каризмы, я еще рассматриваю вариант твида Donegal двойного в таком вот красивом белом оттенке. Единственный момент, я боюсь, что твида мне может не хватить, хотя у меня два небольших моточка. Но не знаю, меня как-то терзают смутные сомнения насчет того, хватит ли мне этой пряжи. Просто на изделие нужно в районе 200, наверное, метров. Здесь в описании указано.
Да, 140-160 метров пряжи нужно на варежке. Но я боюсь, что твида может не хватить. Вот, поскольку у меня меньше 200 грамм, и будет либо впритык, либо самое обидное, что его мне не хватит. Вот, я люблю для теста иметь небольшой запас пряжи, чтобы, ну, знаете, не вязать и не переживать. И вот каризмы у меня как раз больше всего. Я еще не знаю, какой именно цвет я возьму. Закину, наверное, все три моточка с собой сейчас в проектную сумку. И потом по дороге что-нибудь выберу и буду вязать. Вот, что у меня получается, друзья, я покажу вам, скорее всего, вечером, когда мы вернемся. Если у меня будет что-то провязано, я, конечно же, к вам подключусь и покажу результат. Вот, так что вот такие у меня планы на сегодня. Мы отправляемся в небольшое путешествие. Я, конечно же, беру вас с собой. И мы увидимся с вами чуть позже. Ну что, друзья, мы уже по дороге в Швецию, и стоило нам совсем немножко подняться в гору, как дождь сменился на снег, и посмотрите, как метет за окном. Очень красиво. Еще немножко поснимаю вам пейзажи и покажу еще немножко нашего пути. В общем, друзья, сейчас хочу быстренько к вам подключиться и показать свой вязальный результат за целый день. У меня сейчас буквально 5 минут, и нужно бежать забирать Оливку из детского сада. В общем, как вы поняли, я в поездке практически не вязала. У меня отвязан манжет и, скажем так, небольшая часть варежки до выделения большого пальчика. Вот. Связала такой вот небольшой сюжет узором. И это очень красиво. Давайте я примерю, покажу, как это выглядит. Конечно, до влажно-тепловой обработки каризма немножко жестковата, но потом она станет помягче, попластичнее и будет гораздо симпатичнее это выглядеть.
Вот. Здесь какой-то интересный фасон большого пальца. Я никогда такой не вязала. Не знаю, что это за способ вывязывания большого пальчика, но попробую. В общем, вот так это выглядит. Здесь еще довольно много этих веточек по схеме вяжу. И это довольно быстро и очень увлекательно, могу вам сказать. Вот, так что показала вам свой результат. Наверное, сегодня вечером я вплотную буду заниматься именно варежками, поскольку мне нужно их связать желательно на выходных. И я думаю, мы с вами немножко дальше увидимся. Я расскажу, как движутся мои вязальные проекты. До следующего включения. Доброе утро, друзья! Сегодня у меня пятница, и я хотела начать этот день с такого красивого вида. У нас сегодня заморозки, в горах снег и очень-очень сильный туман. Я утром отводила Оливию в сад, и вообще просто как будто бы идешь в молоке. А сейчас туман только над фьордом. Надеюсь, вам видно. Очень красиво. Я здесь, за кадром, буду немножко вам вещать. Хотела показать, в каком прекрасном месте я сейчас нахожусь и какая у нас волшебная погодка. На самом деле у нас легкий мороз, и над фьордом стелится туман. Я, когда из окна увидела эту картину, просто не смогла остановить себя и пошла фотографировать новую манишку. Вот. Не знаю, что получится, еще солнца нет, на сегодня передают снегопады. Поэтому я решила воспользоваться этим минутным затишьем хорошей погоды, пусть даже у нас еще не слишком светло, и сходить сделать фотографии. Вот. В любом случае, мне тепло, и это уже хорошо. Обязательно покажу вам фотографии, которые у меня получились. Такая красота. Даже самые маленькие горы уже покрыты немножко снегом, а те, что повыше, прям вообще в полностью в белых шапках. Я думаю, вы видите, да, на горизонте вот одна гора, и вот тут дальше вторая, тоже все в снегу. Такая красота. Всем привет, друзья! Ну что, пятничный день в разгаре. Я занимаюсь домашними делами, монтирую для вас видео и, кстати, вяжу варежки. Хочу показать, что у меня здесь. Вот, собственно говоря, они. Не знаю, как вам лучше показать. В общем, бегаю по дому вместе с моточком и спицами. И периодически повязываю варежки. Сейчас, наверное, не очень хорошо видно узор. Как вы видите, у нас довольно темно сейчас. Хотя, что мне жаловаться? Чем дальше, тем темнее. Скоро вообще начнется полярная ночь. И тогда дня не будет. Но зато какие горы красивые, посмотрите, в туманах. Кстати, на вершинах лежит снежок. Такая красота. Thank you.
Привет, друзья! Ну что, только что я закончила работу над кардиганом и по горячим следам хочу записать свои впечатления и поделиться с вами мыслями, которых у меня просто превеликое множество по поводу этого процесса. Для начала хочу сказать, что несмотря на то, что это изделие я так легко и быстро связала, но это самый многострадальный проект этого месяца, я, наверное, ни о каком другом изделии так много не думала, как об этом кардигане. Буквально, наверное, пару дней назад я записывала для вас сюжет, где я показывала, что я планирую переделывать этот кардиган. Я планировала распустить полностью реглан, надвязать длину тела, надвязать длину рукавов и потом вывязать обратно реглан, обработать все это дело планкой. В общем, после того, как я записала этот сюжет, я еще ходила, наверное, день или два вокруг этого кардигана. После этого я собралась мыслями и просто это все дело отпарила. Оказалось, что длина увеличилась, и, в принципе, длина кардигана, длина рукавов, ну, она может быть такой, да, то есть это не критично, давайте я вам покажу. Ну, в общем, рукава выглядят вот так, а длина, не знаю, видно вам или нет, я просто себя не вижу, когда снимаю. В общем, длина вроде бы тоже неплохая, но есть нюансы, которые, скажем так, посложнее, чем длина и тело, длина рукавов. Это посадка изделия вот здесь в плечевом поясе. Дело в том, что у этого кардигана нет ростка. И до момента, когда я обрабатывала все это дело планкой, у меня кардиган вообще не держался на плечах. То есть он просто спадал. Но я думала, что ну хорошо, я обработаю планкой, он подсоберется, будет неплохо. Да, я планкой обработала, но, как вы видите, это не сильно улучшило ситуацию. Кардиган очень неудобный вот здесь. Он все время тянет назад, его хочется постоянно поправить. И я не знаю, что мне с этим делать. Я понимаю, что мне нужно отчитаться по тесту, я, скорее всего, сегодня буду делать фотографии, но я не прятала кончики, я просто их немножечко вот прихватила, так, чтобы потом легко их можно было найти. И я не стала пришивать пуговицы, я просто сделала здесь дырочки для пуговиц, но пуговицы я не пришила. На самом деле, я бы их пришила, но я не смогла найти иголку, которая бы проходила через ушко пуговицы. Вот, поэтому пуговиц пока еще нет, не знаю, буду ли я их пришивать до фотографии или... Не буду пришивать вообще, но пуговицы лежат. Вот. Единственное, я немножко натупила. Мне кажется, что вот эту пятую дырочку для пуговицы можно было бы и не делать вот здесь. Хотя, вот вроде бы сейчас смотрю, вроде бы неплохо. Но когда я раскладывала кардиган на полу, вот перед тем, как записать сюжет, мне казалось, что она здесь не нужна. И вот этих вот четырех отверстий вполне достаточно. Вот. Ну, мне кажется, что так, с четырьмя отверстиями довольно неплохо. В общем, к чему эта вся длинная такая вступительная часть, а к тому, что, скорее всего, я сделаю сегодня отчетные фотографии, запишу какие-то небольшие видеосюжеты, покажу их вам в видео, и после этого я, скорее всего, буду этот кардиган полностью распускать, поскольку он мне неудобный. Еще раз хочу подчеркнуть, что на фотографиях автора этого кардигана он выглядит потрясающе. Он потрясающе выглядит на фотографии, когда кардиган висит на плечиках. Я вставлю вам обязательно эти фотографии, чтобы вы посмотрели. Также на девушке, когда она фотографировала его на себе, он выглядит великолепно. Возможно, это особенности моей фигуры. Возможно, это моя какая-то сутулость, да, мне дает такое некомфортное ощущение вот здесь вот в плечевом поясе. Но я смотрела также фотографии других девушек, которые вязали эти кардиганы в тесте, и я не могу сказать, что они на них сидят так же хорошо, как на авторе. Вот. Возможно, это все, скажем так, ловкость рук, никакого мошенничества. На фотографии можно показать изделие всегда очень намного более в выгодном свете, чем оно есть на самом деле. Я думаю, ни для кого это не секрет. И если у тебя есть хороший фотограф, даже самая простая вещь будет выглядеть очень классно на фотографиях. Поэтому... Мне кажется, что я просто не была готова к тому, что в кардигане не будет ростка и что он будет так неудобно сидеть. Меня еще также смущает тот факт, что без планки у меня кардиган не держался на плечах. Вот здесь у меня заканчивается плечо, и здесь же у меня заканчивается, скажем так, здесь у меня начинается планка. Вот если бы не было планки, кардиган бы просто сваливался. Вот если я стану ровно, он, мне кажется, просто норовит все время куда-то сбежать. Вот, не знаю, какие смогу сегодня сделать фотографии. Надеюсь, что более или менее нормально. У нас на улице идет снег, и такая погода, то снег, то дождь, туман какой-то, поэтому вряд ли я куда-то буду выбираться в красивые места. Скорее всего, фотографировать буду просто на террасе. И, конечно же, вам, друзья, покажу. Смысл и посыл этого включения заключается в том, что
не всегда красивая фотография может гарантировать вам хорошую работу, да, такую же точно презентабельную, как у автора на фотографии. Я не могу сказать, что я как-то неплохо вяжу, да, я обычно вяжу довольно качественно, стараюсь выполнять все моменты, которые автор предусмотрел в описании, и у меня такой первый раз, чтобы я связала, и мое изделие вот прям так сильно, кардинально отличалось от изделия автора. Но еще, друзья, хочу повторить тот момент, что не только мое изделие отличается, еще изделия девчонок в тестовой группе, они тоже отличаются от изделия автора. Вот. Так что, да, вот такие вот у меня новости. В общем, как вы поняли, кардиган явно неудачный. И что я буду делать? Я сегодня сделаю фотографию, отложу его, еще немного о нем подумаю, скорее всего, распущу, поскольку пряжа очень классная. Не хочу его стирать, чтобы потом не мучиться сильно с выпрямлением пряжи. Буду его, скорее всего, распускать и перевязывать, возможно, в аналогичный кардиган, только рекламным сверху. Сделаю нормальный глубокий росток. Хорошую постараюсь сделать посадку вот здесь в плечевом поясе, чтобы он комфортно так сидел и не доставлял дискомфорта в носке. Все-таки кардиган – это такая уютная домашняя вещь, которая призвана дарить в первую очередь комфорт. И мне хочется, чтобы этот кардиганчик был именно комфортным. Плюс у меня же здесь клуб одиноких мотков. Вот один моток и вот небольшой остаток. Поэтому у меня в планах все это дело вывязать все-таки в кардиган. И плюс я еще обнаружила тот факт, что вот эта пряжа в сером цвете, она абсолютно идентична пряже Lima от Drops в точно таком же оттенке, 90-20. Я подумала, что если мне захочется кардиган немножко длиннее или немножко шире, захочется его сделать, или у меня просто будет немного больше расход пряжи на кардиган, все-таки я здесь буду вывязывать росток у горловины, я подумала, что если на планку мне хватать не будет, я просто сложу лиму в две нити и планку буду обрабатывать уже другой пряжей. Вот, друзья, так что вот такие вот у меня новости. Как вы видите, не все у меня гладко в вязании, как могло бы быть. Еще раз повторюсь, что это первый проект за этот месяц, который доставил мне так много хлопот. Но я все равно рада, что он у меня появился, я его связала, и я надеюсь, что я приложу еще немного усилий, еще немножко над ним поработаю, и все-таки это получится классный, теплый, уютный кардиган для зимних посиделок. Вот. На этом я включение буду заканчивать, пойду делать фотографии и обязательно покажу вам, что у меня получилось. Всем привет, друзья! Сегодня у меня суббота и такое небольшое спонтанное подключение. Кстати, записываю я его на террасе, на свежем воздухе. Давайте покажу вам вид по традиции наш. Сегодня у нас пасмурно и шел то снег, то дождь. Кстати, да, у нас уже в горах снег. В общем, пришла зима. Но сейчас на улице не слишком холодно, поэтому я решила записать небольшой сюжет на свежем воздухе. Просто Оливия дома смотрит мультики и отказывается уменьшить звук. Значит, закончила я работу над варежками. Напомню, что вязала я их в рамках тестирования и очень быстро с ними справилась. Несмотря на наличие такого вот небольшого узора, вяжутся варежки очень-очень легко и просто. Показываю вам сейчас работу до стирки, то есть они немножечко корявенькие. Но я сейчас пойду их постираю, и завтра вы уже увидите чудесное преображение. И я покажу, как они сидят на мне. Ну, а пока мы с вами их запомним вот такими вот немножко корявенькими, но такими симпатичными, немножко в стиле рустик. Вот. Напомню, что вязала я их с пряжи Каризма от Drops. И при дневном освещении она очень хорошо выглядит. Любимый мой коричневый цвет в этом сезоне. Да, так что иду стирать варежки и подключусь к вам уже завтра.
Всем привет, друзья! Сегодня у меня понедельник, 18 октября, и я хочу, пусть даже с небольшим опозданием, но провести розыгрыш двух сертификатов на покупку пряжи. Сегодня мы с вами узнаем имена двух счастливчиков. Напомню, что пару недель назад у меня на канале был небольшой юбилей, нас с вами было 40 тысяч, и по этому поводу во влоге номер 130 я объявляла о розыгрыше. Участвовать могли жители абсолютно всех стран, для этого нужно было только оставить комментарий. И сейчас будем с вами определять победителя. Я использую сервис Lisa on Air, то есть победителя будет выбирать программа, не я. Так, я уже вставила ссылку на ролик, и у меня показывают 757 комментариев, которые принимают участие. Обязательным условием была подписка на канал, и мы выбираем старт. Сейчас узнаем первого счастливчика, кто же получит сертификат на 15 евро. Так. Кто же это будет? Итак, это Татьяна Андреева. Татьяна Андреева, я вас поздравляю. Так, сделаю сейчас скриншот, чтобы опубликовать в сообществе. И мы с вами переходим к выбору второго победителя. Старт. И кто же наш счастливчик номер два? Напоминаю, что первый человек получит сертификат на 15 евро, а второй на 10. Так. Татьяна Никифорова. Татьяна, поздравляю вас. Вы получаете сертификат на 10 евро. Так, тоже сделаю скриншот. И надо будет опубликовать это все в сообществе. Так, как бы отсюда выйти? Всем привет, друзья! Сегодня у меня уже понедельник, у нас за окошком идет снег вперемешку с дождем, настоящая непогода. Чтобы сделать это видео максимально уютным, я решила зажечь свечи и хочу с вами немножко поболтать, показать свои готовые работы за эту неделю и подвести итоги. Итак, в кадре вы можете видеть две новые работы, готовые, которые я сделала на этой неделе. Начнем с проекта, который вы уже видели, это манишка. Напомню, что вязала я ее по платному описанию от датского дизайнера Petite Knit, и она получилась очень классной. Я ее уже носила, активно примеряла, поэтому, возможно, она будет выглядеть, ну, не совсем свежей. Вот. Напомню, что в субботу у меня на канале вышел ролик, посвященный истории вязания этой вещи. И да, друзья, если вы опытная вязальщица, то, посмотрев это видео, вы без труда сможете повторить это изделие, поскольку вяжется оно очень просто в технике реглан-погон. И, кстати, да, многие спрашивали, будет ли мастер-класс на это изделие. Как вы понимаете, друзья, я не буду делать мастер-класс, но хочу сказать, что на YouTube есть несколько хороших мастер-классов по вязанию похожих манишек. Я думаю, вы просто можете в поисковике YouTube, да, написать «манишка на молнии» и без труда найдете хорошие, достойные мастер-классы. Вот. В общем, я этим изделием довольна и буду его носить сейчас, как раз погода располагает. Второй готовой работой за неделю стали варежки. Я показывала вам в субботу, что я их закончила. В воскресенье я их сфотографировала. Думаю, фотографии вы тоже уже видели. Вот так выглядят варежки. Давайте я примерю, покажу вам, как она сидит на мне. Очень теплые и такие уютненькие. Связаны они 100% шерстью Drops. Пряжа называется Каризма. В общем, у меня теперь комплект. Манишка и варежки. Они связаны из одной пряжи. Вот такая красота. Эти варежки я вязала в рамках тестирования. По-моему, 22 октября выходит описание, и я ссылочку на инстаграм-профиль Тани, автора этих варежек, я вам оставлю обязательно в инфобоксе. Кстати, именно по описанию Тани я вязала тайга света. Очень простые, очень понятные варежки. Я буквально за пару вечеров их осилила. Очень легко вяжется, и узорчик такой простой.
Кстати, у меня на канале есть мастер-класс по вязанию детского чепчика с круглой макушкой, так там я как раз использовала такой узор, листики. И единственное отличие, у меня в мастер-классе листики вяжутся на 3 петли, а здесь на 5. Вот. Но я думаю, если вы умеете вязать лицевые и изнаночные петли, то без проблем свяжете такие варежки. В них нет ничего сложного, еще раз повторюсь. Единственное, я впервые вязала такой пальчик. Я не знаю, как он называется, анатомический что ли. Но вот необычная форма пальца, никогда так раньше не вывязывала. Так что готовая работа номер 2. И да, друзья, на самом деле у меня 3 готовых работы. Я совсем забыла про кардиган, но уже не буду сюда его нести. В общем, изделие готово, на нем просто отсутствуют пуговицы. Как я говорила, кончики я решила не прятать, поскольку кардиган будет распущен. Сейчас он у меня лежит просто в корзинке вместе с этими моточками пряжи. И да, ждет определенного настроения моего на распуск. Но я думаю, что на днях я обязательно его распущу. Если пряжа будет нуждаться в выпрямлении, я ее выпрямлю. И, конечно же, в следующих видео буду показывать вам историю создания нового кардиганчика. Вообще, вчера я планировала воздержаться от вязания, поскольку мне нужно будет сегодня начинать новый вязальный проект. Это варежки в рамках вязальной игры. У нас стартовала 3-я неделя, и 3-е задание звучит как осень на кончиках пальцев. Нам нужно вязать либо варежки, либо митинги, либо перчатки. И как не вовремя я связала эти, да. Могла бы немножко подождать и связать их в рамках вязальной игры. Но я решила, что для себя свяжу вот в рамках тестирования, а для мужа свяжу уже в рамках вязальной игры. Он, дело в том, что тоже у меня просит варежки, и я для него присмотрела пару вариантов, таких, знаете, интересненьких, не очень скучных, с жаккардом. Не знаю, какой вариант выберу, я думаю, сегодня буду записывать видео в рамках вязальной игры и обязательно расскажу вам о тех моделях, которые мне приглянулись, и начну вязать. Вот. И, знаете, я держалась целый день. Я не начинала никаких новых проектов, но вечером уже Оливка пошла спать, и я, конечно же, сдалась. Я взяла мотки и начала вязать шапку. Единственное, хотела начать бежевую, но было как-то очень темно. Темная пряжа все-таки не очень приятная для вечернего вязания, поэтому я взяла голубую и та-дам! Я отвязала уже подворот, у меня первый моточек уже на исходе. Давайте, наверное, разложу сейчас процесс и покажу вам. Так, я думаю, вы все узнали эту шапку. Это шапка по моему мастер-классу, которая называется «Шапка как у Максмара». Вот. Она вяжется резинкой 1х1 с вытянутой лицевой. Кстати, мастер-класс очень коротенький, где-то на полчаса, но он петельный, то есть я там вначале показываю, все рассказываю, что как вязать, как сделать расчеты, и если вы опытная вязальщица, то буквально 2-3 минуты вашего внимания, и вы сможете приступить к вязанию шапки, но если вам нужна помощь, то можете вместе со мной связать, набрать петли, в общем, я там все это показываю. В общем, я отвязала подворот, провязала установочный ряд, и сейчас буду переходить уже к телу шапки, буду менять узор. И буду вязать, в общем, эту шапку, как вы понимаете, я вяжу не для себя и не для своего мужа, я ее вяжу на продажу. Я вам рассказывала, да, что я готовлюсь к маркету, к рождественскому, который у нас будет в городе проходить, и хочу навязать каких-то теплых аксессуаров. Будем надеяться, что мои шапки будут востребованы. Вот, такая красота получается. Пушистик. Очень теплый. Кстати, эта шапка практически не продувается, поэтому если у вас очень холодные ветреные зимы, присмотритесь к вот этой пряже и свяжите себе шапку с подворотом, и о том, что у вас продуваются уши, вы сможете забыть. Вот, кстати, да, эта пряжа мне не очень нравится для каких-то плечевых изделий, она очень легко может сваляться, плюс ее сложно отжать, поэтому для плечевых изделий скорее нет, но вот для аксессуаров, знаете, какие-то варежки такие большие, теплые, чтобы, не знаю, там на санках кататься с ребенком, или какие-то шапки, мне кажется, в самый раз. Вот, поэтому, да, вяжу шапочку, думаю, к началу следующего влога она станет уже готовой работой, и мы начнем с вами новое видео с готовых работ, наверное. В общем, этот месяц у меня очень продуктивный, как вы видите, я прям уже столько готовых работ вам показала во влогах, что, наверное, в видео о готовых работах даже нечего будет особо показывать. Но ничего, хочу напомнить, что в эту субботу уже на моем канале выйдет новое видео. Оно будет посвящено
моему участию в вязальной игре. Кстати, друзья, хотела всех поблагодарить, кто голосует за мои работы в Инстаграм. Мне очень приятно. Я надеюсь все-таки на приз зрительских симпатий, поскольку, ну, в голосовании, скажем так, я не лидирую по тем изделиям, которые вяжу. Но, в принципе, я на первое место и не рассчитывала. Вот, поскольку со мной участвуют много девчонок, которые действительно круто вяжут, и у них очень интересные вещи, вот, а я со своей базовой базой, скажем так, пасу задних, но спасибо вам за поддержку в голосовании за приз зрительской симпатии, я надеюсь тоже получить какой-нибудь утешительный приз. Так что да, друзья, я думаю, что на этом я буду заканчивать свое видео, хотела сказать всем огромное спасибо за ваше время, за ваше внимание, за то, что вы подписываетесь на мой канал, я вижу, что с каждым днем нас становится все больше и больше. Я, в свою очередь, очень признательна вам за доверие. Буду стараться радовать вас какими-то полезными видео, не только развлекательными, как сегодня, но и чем-то полезненьким. Поэтому на этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Но, как всегда, не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам до новых встреч. Мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!